Новая реальность. Привет, девчонки. Привет. И ребята. Привет, ребята и девчонки. Привет. Недавно мы ознакомились с вашими анкетами, которые вы присылали к нам в Бизончик. Мы убедились, что наша реальность занимает почетное место в ваших любимых рубриках. В связи с этим мы решили делать новую реальность целый час. Зипа. Что, обрадовались? Нет. Ну ладно, продолжим как обычно. Как обычно, первым буду я. Игра называется Raystorm. А выпущена она безумцами компании Tata, Space и Worker Design. Вы находитесь в 2219 году. Земля и Звездная Конфедерация создали отряд могучих истребителей для спасения планет от глобального разрушения, которым, в свою очередь, занимается Кровавая Федерация Сицилия. Вот что я узнал из мультика, то есть заставки. Сама игра напоминает стандартный дэндевский вариант игры Life Force, Twin B, Гуняк, Бичайняк и прочих. Изменилось, конечно, немного, но графика стала значительно лучше, что и ожидалось от переноса игр на платформу Sony. Правда, из-за огромного количества взрывов, разрывов и вспышек, а также плавающих камбул, бывает не видно, что же все-таки происходит с тобой. В общем, грабастайте свою кислородно-сероводородную маску, настраивайте пипающий аппарат и вперед в будущее интерпланетных разборок. Ну че, как тебе? Тема, надо будет купить себе сероуглеродный костюм и настроить свой сипающий аппарат. Зачем тебе? Ну как зачем, чтобы на крутых гонках гонять? Муха, открой дверь, девчонок пропустишь! Фирма Суперсоник продолжает традицию микромашин и выпускает игру Daredevil Derby 3D. Несмотря на замудренные названия, игра очень понятна. Здесь более 30 экстремальных 3D треков, причем на воде, в воздухе и в космосе. Вы сможете обогнать своих партнеров, а можете и злобного компьютера, потому как в игру могут играть от 1 до 8 человек. Как раз для этих 8 и сделаны 8 различных персонажей, имеющих различные погоняла, у одного из которых кличка Лось. В общем, крепче держись за баранку, Лось. Сегодня мы разыгрываем диск на персоналку SimCity 3000. Так, вопрос. Как называются два самых мощных прототипа в игре Raystorm? Ну что, уже конец? Да, Муха. А ты что-то еще хотел сказать? Да, пока.